Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, у меня более-менее наладилось с каналом, все стало загружаться, правда, очень-очень долго, но да ладно, хотя бы все постепенно загружается, комментарии я вроде бы все вижу, вроде бы и неполадку устранили на ютубе, так что надеюсь, что дальше все будет хорошо у меня. Вот, ну а я с вами хочу сегодня поделиться своим заказом из магазина Sunlight. Я снова сделала заказ, девочки, я честно признаюсь, не удержалась. Хотя я вам так говорю, наверное, каждый раз, когда покупаю что-то из украшений, но не могу я по-другому. Заказала я, девочки, через приложение, получила посылочку на дом. Заказываю через приложение, потому что, во-первых, там больше ассортимент, там, ну, конечно же, сразу вы видите всякие-всякие новинки. И мне кажется, я каждый раз, когда туда захожу, каждый раз появляются новинки какие-то. Я не могу просто. Столько всякой красоты, что просто невозможно. Плюс у меня есть промокод со скидкой 10%. Это дополнительная скидка ко всем уже существующим скидкам. Это, конечно, вдвойне приятней. Ссылку на скачивание приложения и промокод я вам оставлю внизу в инфобоксе. Все как обычно. И, конечно же, ссылку на сами изделия я вам тоже оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Заказала я, ну, скажем так, комплект. Ну, все пришло, все как обычно. Мне, кстати, в этот раз подарочек. Здесь маленькая подвесочка, бумажка и две коробочки. У меня здесь, я, конечно, уже все открыла, посмотрела. Ленточки, как всегда. И там еще пакетик у меня лежит. Вот, так что, если кто заказывает на подарок, то можно еще и самим упаковать. Здесь у меня малюсенькая вот такая вот подвесочка. Очень такая маленькая. Я, кстати, вот эти подвесочки, если позволяет браслетик, иногда вешаю на браслет какой-нибудь. Такая маленькая-маленькая подвесочка с камушком. Ну, тоже очень приятно. Или на какую-нибудь тоненькую цепочку тоже иногда одеваю эти подвески. Так, ну и давайте я уже перейду непосредственно к самим украшениям. Конечно же, я покажу вам их поближе, но я когда увидела эти украшения, тем более у меня ничего подобного нет, что касается камней и что касается самих украшений. Я заказала себе вот такие серьги. Это камушек, натуральный камень здесь и голубенькие фианиты. Я вам все покажу поближе. И к этим серьгам я еще заказала кольцо. Это все не как бы не комплект, но мне кажется, что на самом деле выглядит комплектом. Хотя, может быть, это действительно комплект. Камушки все натуральные. Давайте вам все покажу поближе. Не стала включать искусственное освещение. Хочется вам показать при, скажем так, дневном. Тут у нас немножко выходит солнышко. Во-первых, подарок. Да? Вот такая обычная подвесочка, кругленькая. Очень тоже на самом деле приятно. Я ношу подобные украшения. Ну и давайте сами уже непосредственно украшения. Значит, это идет у нас вставка. Натуральная вставка Ларимар называется камень. Здесь также идут фианиты. Вот такие вот. Это камень, это разновидность бирюзы. Мадагаскарская бирюза. Это еще по-другому называется. Вот так вот выполнено с небольшим чернением серьги. И вот здесь вот вставлены голубые фианиты. Видите, камушки на одной сережке вот такой камень, на этой сережке вот такой камень. Я очень сильно люблю обычную классическую бирюзу. У меня нет ни одного украшения, но вот эти камни просто потрясающе. И такое серебро с чернением сделано. Очень красивая работа, на мой взгляд. С другой стороны, выглядит все вот так. То есть, вот таким вот образом. Я так понимаю, что это такой тонкий спил у камня. Сережки легкие. Сережки такие воздушные, совсем не чувствуются. Идет замочек у них. Гвоздик. Вообще с этим камушком есть много других вариаций украшений. Обязательно посмотрите. Это такая новиночка, скажем так, в Sunlight. Вот такая вот красота у меня. Я когда их увидела, девочки, я влюбилась в эти серьги. И мне очень хотелось подобрать к ним какое-то именно кольцо. Не подвеску, а именно кольцо. Потому что для меня серьги достаточно заметные. И я взяла вот такое вот колечко. Вот тоже Ларимар. И искусственные фианиты голубые, да, вот такие вот.
Тоже очень красиво сделано. Видите, какой вот этот камушек. Вот этот камень, он просто меня завлек, привлек. Я не знаю, просто заманил, девочки. Настолько красивый этот камень. И вот таким образом выполнено само кольцо. Мне кажется, работа просто потрясающая. Очень такая законченная. Все сделано очень красиво. С внутренней стороны выглядит вот таким образом. Идет вот сюда на средний пальчик. Но вы посмотрите, вот сейчас вот при дневном освещении, какая это красота, девочки. Не совсем подходит. То есть сережки более такой овальной формы. Но я буду носить это все вместе. И мне кажется, это очень красиво. Девочки, это очень красиво, поверьте мне. Действительно очень красивый камень для любителей натуральных камушков. Девочки, посмотрите, сейчас очень много новинок в магазине Sunlight именно с натуральными камушками. Но это же просто красота. Вот таким вот образом, девочки, смотрятся украшения на мне. Вот эти вот серьги, это вообще просто, это нечто для меня. Мне очень нравится. Нравится в них абсолютно все. И камушки, и то, как они выполнены, то, как они сделаны. Не знаю, мне кажется, это просто потрясающе. Вообще, очень люблю бирюзу, но у меня из вот классической бирюзы нет ни одного украшения. Но я думаю, что я скоро все это дело исправлю. Вот так вот выглядит это колечко. Мне кажется, очень подходит сюда, ну, на мой взгляд. Не знаю, просто к этим сережкам комплекта никакого не было, и они были как бы просто сережки. Я решила, что вот это кольцо очень сюда подойдет. Мадагаскарская бирюза, насколько я вам прочитала про этот камень, очень такой полезный. И, ну, кому интересно, обязательно почитайте про этот камушек и обладать такими украшениями. Вот я нигде не встречала этот камень, поэтому для меня, конечно, это просто нечто. Ну, конечно, это под определенный какой-то образ. Вот мне кажется, с серым очень красиво сочетаются вот эти серьги с чем-то серым. Может быть, не с таким ярким маникюром, да, чтобы не затмевать это кольцо. Но вот сейчас летом, например, под какое-то платье одеть вот эти серьги, кольцо, это просто потрясающе. Кольцо идет размер в размер. У меня 17 размер, и вот мне как раз очень-очень нравится. Так что, девочки, балуйте себя обязательно, девочки. Балуйте себя как можно чаще, и настроение будет отлично. Все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе, а также промокод на скидку 10%, на дополнительную скидку, что, конечно же, очень-очень приятно. Ну, еще хочется немножечко, девочки, с вами поболтать по поводу наших, ну, таких новостей. 23 апреля у моего младшего сыночка был день рождения. Ему исполнилось 6 лет, и я особо не снимала, потому что мне хочется всегда быть в моменте, и всегда дни рождения для моих детей — это какой-то, ну, не знаю, такой для меня праздник, очень-очень важный для меня. Вот, поэтому были гости, конечно, у нас. Мы непосредственно 23-го пошли в ресторан, а уже 24-го к нам приехали гости, и было такое основное празднование. Есть немножечко кадров, я вам обязательно вставлю, покажу. Ну и по поводу моих собачек, значит, младшей мы сделали прививку, старшая у меня сняли швы, это лабрадор Бона старшая, да, у меня сняли швы, пришли ответы анализов у нас по поводу опухоли. Опухоль, слава богу, мы ее удалили, она у нас прям злокачественная, и метастаза она не дала, и ткани вокруг этой опухоли тоже не были повреждены, скажем так.
И, в общем, дополнительного лечения нам не требуется. Слава богу, мы удалили, все быстренько сделали, вовремя заметили. Спасибо за это огромное нашему ветеринару. И, конечно, все у нас теперь отлично. Сейчас старшая собачка у меня для профилактики принимает, ну, в общем, для желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной мы принимаем, ну, лекарства. Вот, и потом в мае, вот в начале мая мы делаем прививку повторную младшей и старшей прививку, и будем уже замечательно гулять на улице, ходить. Сейчас старшая у меня гуляет только во дворе, младшая вообще на улицу не выходит. Так что вот такие вот дела. Ну, а я сейчас хочу поехать, мне нужно забрать старшего ребенка со школы, и я попутно хочу зайти в магазин Бифри. Я присмотрела там себе одни брюки. Бифри марка есть на Ламоде. На Ламоде выгоднее покупать эту марку, потому что там часто больше скидка и лучше, ну как бы лучше скидка, больше. Но бывает такое, что у некоторых товаров на Ламоде нет наличия. Такое тоже, конечно, бывает. Вот, хочу, присмотрела одни брюки, очень классный цвет, но у меня есть сомнения по тому, как они будут на мне сидеть, поэтому хочу поехать померить, ну и возьму, конечно же, вас с собой. Ну что, вот я как раз в магазине Бифри. Вот брюки, которые я присмотрела на Ламоде. Девочки, сразу скажу, это не мое. Цвет просто бомбический, фасон просто потрясающий, это мам джинсы. Но вот не мое, мне не нравится, как они сидят. Мне кажется, это больше подойдет девушкам, у которой такие более объемные бедра, нежели у меня. Потому что вот этот пузырь спереди, ну, просто не знаю. Они не тянутся, такие плотные джинсы, такие плотная джинсовая ткань. Вот, я мерила в размере S, в размере XS у меня не застегивается на талии, в размере M слишком еще они больше пузырятся. В общем, фасон не мой. Вот кому идут такой фасон, присмотритесь, потому что качественный такой плотный материал, и, ну, цвет, конечно, мне очень понравился, очень вообще. Но видите, вот это вот все как-то на мне сидит вообще просто ужасно, на мой взгляд. Поэтому я их, конечно же, не взяла. Еще увидела вот такую, вообще это жакет. Не стала я уж тут сильно раздеваться, потому что уже опаздывала к сыночку. Очень классная ткань, и мне очень понравилось, как этот жакет сидит. Вот у меня, кстати, джинсы из манго здесь. Вот манго, мне очень нравятся джинсы, им уже второй год, с ними ничего не случилось. Такой идет рукав, который собирается. И очень классная такая мягкая ткань. Это у меня в размере S. И очень мне понравилось, но не нравится мне цвет. Мне кажется, мне такой цвет вообще не подходит. Здесь можно вот так завязать на прохладный летний вечер. Очень классно, такой как рубашка. Но это вообще идет жакет. Но выглядит как рубашка, такая плотная, при этом струящаяся, очень классная ткань. Такие сделаны пуговицы. Представлена, по-моему, в 3 или 4 цветах. Вот я почему-то взяла вот такой зеленый, но как-то не мой цвет, не понравилось, не знаю, вот на камеру, да, вроде ничего смотрится, но как-то вот мне на самом деле не очень. Ткань очень классная, в составе имеет вискозу, вот, и вот так вот сидит, идет спущенный рукав еще у этой, ну как, рубашки, жакет, правильно, да, но по мне так это как рубашка такая, вот, с джинсами, с кроссовками, с какими-то кедами, да, вот такой спущенный рукавчик идет, он просто немножко, видите, она такая мятая, поэтому и рукав так немножко топорщится. Вот я застегнула как раз-таки, вот так вот выглядит, мне кажется, очень классно, еще сбоку идут кармашки, не знаю, прям вот понравилась мне эта вещица, прям вот мое, что называется, жалко брюки, вот такой цвет брюк мне так нравится, вот такой цвет, мне кажется, он мне идет, и брюки, конечно, очень жалко, я прям расстроилась, вот, ну, вот это насчет этой буду вещицы думать. Потому что очень мне понравилось, как она сидит. Здесь немножко плечо топорщится, но это просто там отгладить. Если отгладить, будет нормально, потому что с другой стороны оно не топорщится. И качественно сшито очень. Вообще вещь классная. Вот в размере S я ее мерила.
И стоит она сейчас в магазине 2999. На Ламоде, наверное, будет подешевле. Надо будет посмотреть. Классно очень сшита. Видите, такая ткань очень мягкая, комфортная. Мне прям понравилось. Вот в светлом цвете. Надо было мне его померить. Такой светленький. Точно такой же, только светленький. И вот есть еще такой потемнее. Более кофеиного, что ли, цвета такого. Ну что, девочки, приехала я домой. Ничего не купила в Бифри. Ну, брюки вы сами уже поняли, что сидят они на мне не так. Очень мне понравилось. Зато вот эта вот рубашка, вообще это жакет. Давно я хотела что-то подобное купить, либо джинсовое, либо вот такое, но мне почему-то хочется зеленого цвета, но зеленый цвет мне не понравился, как на мне смотрится. Наверное, как-то вот не осталось у меня уже времени померить цвет в светлом цвете, да, так бы я купила, но хотя, нет, я бы не купила, я бы заказала на Ламоде. Если на Ламоде есть эти вещи, которые я мерила, если они в наличии, я вам оставлю ссылку внизу в инфобоксе. Посмотрите, но вот это вот вообще-то жакет, да, но вот это она как выглядит как рубашка, такая плотная ткань, очень мне понравилась. Но вот цвет зеленый не мое, видно. Так что я, наверное, попробую все-таки на Ламоде в светлом цвете заказать. Или еще раз просто зайду в Бифри, померю. Не знаю, наверное, закажу все-таки на Ламоде. В общем, посмотрим. Вот, а я сейчас зашла и заскочила еще там в магазин, купила рыбу. Купила я окунь морской. По 230 рублей от жадности схватила 6 штук, девочки. Сейчас буду готовить, покажу, как я готовлю обычно окунь. Ну, я его иногда просто жарю на сковородке, но чаще готовлю вот таким образом, как вам сейчас покажу. Очень нравится моему мужу. Окунь морской, он не костлявый, поэтому муж мой тоже ест его с огромным удовольствием, хотя он у меня больше любит именно красную рыбу. Вообще, вот в этом рецепте нужно добавлять еще лимон в саму, ну, рыбу, уже как бы готовую, повливать лимонным соком. Себе я так не делаю, потому что я люблю именно рыбу за ее аромат, за ее вкус, и чем сильнее пахнет рыба, тем больше мне она нравится. Вот, но, то есть, если вы любите с лимоном, то добавьте уже, когда приготовится рыба, добавьте туда сок лимона немножечко, выжмите, да, на саму рыбку непосредственно. Вот, я так себе не делаю. В общем, давайте будем готовить. Ну и вот мой окунь, я его уже почистила, обрезала все плавнички. Видите, так, тут у меня, конечно, не очень получилось их обрезать, потому что плавники такие достаточно жесткие. Ну вот мои 6 рыбин, сейчас будем как раз их готовить. Вот такая у меня, как это назвать, да, противень такой. Я покупала его 100 лет уже тому назад в Икее. Такой с ручками, очень, кстати, удобный противень, хорошо моется. Нам понадобится лук, вот у меня 3 луковицы. Чеснок, вообще чеснок желательно крупный взять, но у меня какой есть. И вот такая заправка для рыбы. Здесь масло растительное, соевый соус и бальзамический уксус. Все это хорошенечко перемешивается. Все нужно, ну, я делаю на глаз в зависимости от количества рыбы. Значит, я залила все это этой заправкой. Можно обмазать кисточкой каждую рыбину, но я вот так заливаю и оставляю буквально минут на 15. Периодически поворачиваю, чтобы у меня рыбка прям пропиталась моей заправкой, заливкой, да. Вот, и немножко она как раз пропитается, будет очень вкусно. Нарезала еще помидоры, забыла вам сказать. Нарезала лук вот такими кольцами, также нарезала чеснок, и сейчас буду все сюда выкладывать. Значит, выкладываем мы вначале лук прямо такими, ну, достаточно толстыми такими кольцами. Далее мы будем выкладывать сюда помидорки, тоже такие достаточно толстенькие я делаю, и чесночок еще сверху. Просто выкладывается все это дело. Еще нужно посолить, можно еще поперчить, как вы любите. Можно добавить какие-то на эти овощи, скажем так, какие-то специи, например. И далее сверху на эти овощи мы выкладываем рыбку, которая в нашем, ну, маринаде, да, вообще-то называется заправка, но больше похожа на маринад, на мой взгляд. Сверху вот так вот мы выкладываем каждую рыбку на эти овощи. Вот так вот у меня получается.
И все это буду накрывать я фольгой, ставить в духовку при температуре 180 градусов минут на 20. Потом фольгу буду убирать, чтобы рыбка у меня еще и подрумянилась. И, кстати, остатки вот этой вот маринада я тоже сверху поливаю этой рыбы, чтобы она как бы немножко как потушилась, наверное, под фольгой, чтобы была полностью готова. В это время я еще сделала просто овощной салатик, помидорчики, огурчики, зелень. Зелень у меня тут петрушка, укроп, зеленый лук. Заправила все просто обычным маслом растительным и солью. Вот как раз подоспела моя рыбка. В итоге она у меня простояла где-то 35 минут. Она полностью готова. Она очень вкусная, ароматная. И вот сейчас нужно как раз-таки полить лимончиком. Я этого не делаю. У меня муж отдельно себе поливает лимончиком непосредственно саму рыбку. Сделала я еще картофельное пюре. Это порция моего мужа. Картофельное пюре, рыбка с овощами и овощной салатик, конечно же, обязательно поест. Но, девочки, попробуйте морской окунь. Вот в этом маринаде получается просто нереально вкусный. Нет бальзамического уксуса, просто масло тогда с соевым соусом перемешайте и обмажьте рыбу. Получается, вот соевый соус придает ей такой просто аромат и вкус такой прям очень нежная получается рыбка. Это уже моя порция. Я ем просто рыбу с овощами и, конечно же, еще с овощным салатиком обязательно. Но рыба – это моя любовь. Очень люблю рыбу в любом ее проявлении, поэтому для меня это самый-самый вкусный ужин получается. Рыба действительно не костлявая, и в этом маринаде и овощи вот эти получаются очень-очень вкусные. Они такие не полностью приготовленные, но безумно вкусные.